Друзья, всем привет! Очередное наше путешествие по бескрайним просторам Ярославской области. Едем в деревню Дуброво, находящуюся в Угличском районе. Не проедем дальше, да? Проедем. Садись ко мне. На моей лучше. На моей лучше. Да я говорю, ты аккуратно. Не-не-не, нормально. Я проеду дорогу, то знаю. Уже. Нормально, поедем. Поедем. Все. Все. Дорога сменилась на не совсем твердый грунт. Вот тут точно весной, думаю, не проехать. Только на танке. Ну или на тракторе, как минимум. Покосили, кто-то я сам тут вчера приехал с вахты. Работа, ничего не приехал. Ну ясно. Не запускай просто. Вот это вахта. Да и так вот позапустили тут кайф. Вот как-то каша, вот эти огороды держали. Как-то в этом году уже некому. Зиму надо. Ага. Надо. Земля вот. Сколько земли-то участвуется? Надо в бумагах не выйти, там смотри. У нее там все. Ну, у них там участок. Ну вот этот участок, вот. Вот это стальник. И вот там даже идет вот такой пью. И там сбоку вот так ручеек, это все. Ну там тоже как шапка. Ну тут заросло просто уже. А это речка, что ли, да, внизу? Да и ручей. Тут. Ручей? Ну тут пруд вот отец чистили, делали там маленький прудок, ну, вот, чтобы катить. Качать, поливать, баню качали, вот банька тут. Вот так вот, ну, вот это вот яблони, вот это вот качело. Вот это угу. Отец любил, яблони занимался. Все это тоже на участке. Да, 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 это все вот это. Да, тут, конечно, надо здесь все прям вот под корень. Да, все выбривать. Уже заросло. Здесь не было, тут лавочек. Вот яблоки. Отец любил прививать, не знаю, попробуйте. У меня это раньше дичка была, отец прививал, но это яблони снова 6 сортов разных. Там поздние яблоки, вкусные яблоки, он занимался, любитель был. Он первый год тут не сажали, просто это начало заросло. Я как обычно, потом, правда, я смотрю, тут приезжаю, на 25 месяцев барабанных грибами. Ну, вот весной-то вообще, да, если не заехать, получается? Да, ну, вот насыпали. А это вот сейчас, вон, видите, вон, колхозники. Я раньше ругался с ними, когда отец тут были. Вот не ездили по деревне. Вот я тут работаю тракторами, вон, месяц. Сколько подсыпали раньше. Я не знаю, Дим, все, в дом заходить будет. Зайдем, конечно. Давай. Да. Только что я не знаю, свет я не включал. Да не надо, ну, что там. Вон, чего венок, надо. Какие-то я взял. Ну вот, печка, правда, она сырость уже начала немножко отваливаться, щекотурить, видите. А так как почти что все было, что при родителях, тут все почти что осталось. Ну, изба-то хорошая. Там не знаю, было все хорошо. Ну, внутри я живу, что да, видно, что... Даже газ и все тут. Эти банки, они, правда, от родителей вытащили из подполья бы. Да, да. Материн еще были, надо выкинуть просто, их давно так что-то не выкинуть. Сколько в доме-то они живут? Так вот уже, наверное, сколько матери, вот уже год, уже, отца, она же уехала у сестры, у меня тут жила. Вот уже, наверное, я вот лезал, это лет 5, а раз 6 уже было. Это года было. Ну, то есть, получается, вот 4... Четыре, вот пять, наверное, вот как раз отец умер в сентябре, 7 сентября как раз, вот, наверное, вот 5 лет, наверное, уже. И в этом никто не приезжал, ну не топите, так и стоит, да, зима? Да, ну когда, что протопить? Ну я... Я не занимался. Пока смысла, наверное, нет, я думаю, что это... Не знаю, тут детям говорил, тут сынок, вот дом, говорю, ну возьми, он перевези на Бурмасон. Не, папа, не буду, я тут вырос. Не жалко его. Да ну это я скажу, что это все это шкурка выделки не стоит. Не знаю, но вот я так ему говорил, все,
земельный участок взял туда, блядь. Земли-то у них это... Так-то и земля вон еще там была, как у этого усадьба тут. Вон там земля ихняя. Ну, она, это если нужна, конечно. Навряд ли. Тут и так и вода у вас получается. Вода вот колодечная. Тут такое нету. Водопровода нет. Воду искать. Да. А этот как у вас слив сделал, да? Это я тут делал у них, да, чтобы она на улицу вытекала. Под поле это что этот? Под поле, да не знаю, там все было нормально. Хорошее подполье видно, что высокое подполье. Ну я, правда, окошки там сейчас открыты. А на чем стоит дом? Мы на ленте, он сейчас на ленте. Он раньше был на тумбочках, мы с отцом переделали, и все, кругом он на ленте стал. А, кирпич, ну вы сами же делали с ним? Да, 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 да. Раньше это когда-то был на тумбочках, а потом уже тут все, мы с ним домкратом подумали, все меняли его. Видишь, как посмотрим. Синий. Вот, синий. Фонарик. Вот, вон чул. Здесь еще есть. Посветит. Здесь так, вот чулан есть. Ее там тоже комната, сундук есть, комната, она тоже, считай, как рубленая. В принципе, это, вот. Вот, крышу перекрывал, тут не ахти, только давно, отцу, ну уж они тут с ребятами тут перекрывали. Ни бани, ничего нету? Баня, вот, сейчас зайдем. А, зайдем в баню, ну рабочая все, да? Да рабочая, они мылись до последнего. Все. Он отец рубил, но я помогал тебе. Сам. Это на чердак, я понял. На чердак, хочешь, подходи, пожалуйста, там тоже немножко там. Я просто глянул печку. Да ради бога, заходи, заходи. Вот двор, туалет, туалет. Нет, дом хороший. Ой, открыл я, говорю, баню там. Да, понял, понял. Вот тут только этот двор уже получился. Да, вот, ну, все равно ленту назад. Ну, скотину держали, вот, все равно поднимали мы. И двор тоже самое. Даже веранда на тумбе, да, получается? Да, да. Ну, так, тут, здесь, ну, она на тумбе, ну, она не на основном. Да, я понял, понял. Я говорю, даже она на тумбе. Ну, она-то как была. Слышу, вот, я всегда много раз. Вот лента, вот так она есть, так похожа она есть, вот, по дому. Ее видать, если вот впереди можно пройти. Вот. Здесь вот он, по кругу не так. Правда, да вон она открыта, не все, вот там открыто и там открыто. Но насквозь-то не открывали, а это что? Раньше. Ну, что проветривалось, просто уж я не знаю, не сказал. Да открывайте, да, ну, со мной что-то. Пускай он там... Нет, я говорю, она открыта, это сеточки просто. Какие-то, это, раньше он мать глиной замазывали, когда на эти... Я уже насмотрелся вот на эти, когда только закрытые вот эти все. Не, да. Я их открыл, да сразу я не закрываю. Вот тут и она вот, тогда, ну, чтобы была циркуляция, чтобы она не прела. И здесь вот, она открыта просто, решетка. Ну что, пойдем в баню. Пойдем. А это вот сарайки. Сарайки, ну тогда что? Вот он, да, уже не туда старенький, я разу тут. Была машина, практика. А это что такое? Я что такое работаю? Да это вот, убирает, силосы возят, что-то я не знаю. Там, ну, это зерно, фирма, да? Зерно. Это агриволка, что ли, да? Да, 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 да. Надо вам сорвали, да, упало. А это вот баня, да? Да, ну ты так. Типа, была когда-то с отцом пирог вот эту построили. Работал на комбайне, помыться. Ага. Сделали. А потом к ней вот он рубили вот уже рубленную. Вот, баня. Ну, правда, вот что-то уже видел. Чуть-чуть когда мозг выпадет. Шашель. Да, я уж не знаю, как он. Ну, это древоточец, этот, да. Вот прям он.
Раньше не было его. Так они живет никто, поэтому, вот, наверное, его... Он заводится, он где? Так, вон, так вон. От звука. Мать это самое стирала тут все время. Белье, да, все тут было. Котел. Да нет, это что тут все... Ну, небольшая, конечно. Не, я к тому, что все есть. Я думаю, что надо этому Ваня, вот, пожалуйста. Ну, только что вот как-то вот. Унитаз, правда, на улице. Тут у них такого нету. Ну, вода будет. Просто хотели тоже пронести станцию с колодцем. Ага. А так, говорю, папа, говорю, это я умру копать, и надо станцию на насос, что ли, было делать. Продавить, не продавить. Ну, тут как там... Я смотрю просто, что это, да, и даже чердачок на бане, да, какой-то? Да, да, там, не знаю, там Димка, наверное, убрал доски всяких, что лежало. Вот дрова тут были на бане. Все ясно, Валер, все понятно, все это. Как, ну, сарайки, я не знаю, тут. Да, это нет, не надо, не надо. Какой, да, только с дорогой вопрос, конечно, вот эти моменты. Ну, тут, конечно, наверное, порядок рассказывается. Ну, я имею в виду, по-хорошему бы, конечно, участок вот выкосить вот полностью. Ну, выкосить-то, я говорю, я первый год вот такой, мы каждый год выкасывали. Ага. А вот что-то в этом году, говорю, просто духу не хватает, что-то я тут сам так... Просто на продажу-то надо... Ну, и сынок тут квартиру купил, тут у него тут и ремонт, и везде тоже, на вахте, ну, работаем. Месяц дома, месяц там. Угу. И не успевает. И надо всем. Ну, понятно. Сейчас, то я приезжаю, надо туда, надо сейчас сюда. Приехал, сейчас на расклад. А у меня еще вон пятеро внуков. Все, короче. Не вот надо то одному, то туда ехать, то сюда. Ой, ладно, Валер, в общем, тогда этот, я, ну, я с Ритой. Надо, я могу просить это, вот, постараюсь. Мы с Ритой переговорим на все, ну, это, да, да, на этот, да, счет. Да, да, в общем, все пообщаемся, да, и она все передаст, как чего. Ну, нет, я ей доверилась, я говорю, занимайтесь, дети сами. Вам больше надо, чем мне. Я кому же... С бабушкой нормально, так, потихоньку. Яблочек-то возьмите. Да не, да, куда? Они надо... разные. Я понял. Вот там... такие попробую. Вот, вкус, я взял. Нет, это разные сорта. Вкус, а вот, видишь? Вон они тут. Отец, у него там, ну, там попозднее вот эти яблони есть там крупные. Да нет, на, приезжай с пакетом сюда. Ну, так все же, не вопрос, он так можно набрать. Яблоки сладкие, вкусные. Оператор. И там вот у нее как сад, отец пчел держал. Mm-hmm. А потом тут Димка, говорю, давай, говорю, ну, я уезжаю, говорю, надо следить. Нет, папа, не буду. Я их боюсь. Так как же ты с дедом-то ходил? Это с дедом. Один не пойду. Угу. Ты же все умел. Ну, и... так и пришлось свату. Ну, у него как, тесть пчелами занимается. Угу. Он профессионально. У меня там уже там по 30 ульев. Я говорю, ну, забирай, говорю, увозите. Ну, что, не мучаться буду. Забрали, да? Да, конечно. Ну, он приехал. Он там в Мышкинском районе живет. У него, как у меня сват. Ну, жалко так. Но просто это издевательство уже. Не, ну, батя бы ругался бы нахуй. Нет, так-то пчелам-то ничего не будет, просто без меда будет. Нет, так, ну, это заниматься, с ними уход, это хороший надо. А так они израятся, улетают. Израятся, да. Все равно тут еще, я тебе говорю. Мы так-то вот брали отсюда воду все время. Ну, его ремонтировали, все, что он. Не знаю, сейчас не заглядывал давно сюда. Ну, мы же все там пёрли, блядь, и трали за францами. Давай цепи, это все время. Это получается колодец... Оно вот, понимаешь, сколько не копались с этой стороны колодца, оно только с весны вода. А потом, как лето, чуть пожарше, все, вода уходила. А с этой стороны дороги у всех колодцы держат. Ну, жилы разные. Да, вот она вот дорога, когда держит. А с этой стороны она просто уходила.